Всем привет, любители чего-нибудь интересненького, в частности автомобилей из Европы. Ребят, сегодня будет не большой ролик, это ролик стандартный уже на моем канале, видеоотчет о проделанной работе. Это уже финишная прямая. Машина подобрана для моего клиента, это Peugeot 308 в кузове универсал, СВ-шка, полторашка ДВ5, 130 лошадей, дизель и Айсин автомат. Красивый цвет кузова, скорее всего, он показался вам черным, но это не так, ребят, это такой, знаете, темный графит. Красивый в реальности цвет, просто сейчас серая. Была бы, значит, солнечная погода, я бы вблизи показал, вы бы поняли, как классно выглядит. То есть вот этот цвет темно-темно-серый с каким-то баклажановым отливом небольшим на солнце. Красивая задняя часть. Машина 2019 года. Подобрал ее за 1 140 000 рублей, 140 тысяч оригинального пробега. Машина полностью дилерская, есть дилерское обслуживание, сервисная книга со всеми отметками. Последнее было на 127 тысяч в этом году на дилере. Поменено все, вплоть до тормоза, даже шины абсолютно новые. Значит, Bridgestone дорогие, без износа. Машина в средней комплектации. Значит, на тряпке, ну, сейчас покажу интерьер, но все же не забывайте, 1 140 000, 2019 год, значит, с автоматом классическим, никаких роботов, ну и весьма себе вместительный, хороший семейный универсал с большим багажником. Итак, что мы имеем за эту сумму? Это, значит, литые диски 16 диаметра на правильной резине, 205 на 55. Bridgestone резина, но я думаю, что это, значит, на дилере меняли все баллоны. Она свежая, даже где-то есть год выпуска, вот он, 45-я неделя 21-го года. Абсолютно новые тормозные диски, новые, вообще без износа. То есть нету даже мусора еще, то есть везде. Задние, значит, новые колодки, где бы вам показать, вот они. Значит, по технике вообще нареканий нет. Машина полностью в заводском исполнении. Заводским исполнением я называю, когда машина не бита, не крашена. Все стекла, там фары, год выпуска, ремни безопасности соответствуют, ну, году выпуска, 2019. Итак, давайте сейчас быстренько покажу вам салон этого автомобиля. Ну, кататься мы не будем, кстати, шины летние, но сейчас вот мой клиент приезжает, сегодня я снимаю выходные дни, тем более он еще чистый, снегопада не было, думаю, сниму заранее обзор, но мы ждали, как активируется электронный ПТС, он приедет во вторник, будем его ставить на учет в Пскове, на ГИБДД. Клиент из Московской области, значит, я подобрал этот автомобиль из наличия в Пскове, но... Наверное, кто со мной общался, я всегда говорю, что я всех прозваниваю таких больших поставщиков машин, кто их пригоняет, и уточняю, какие машины едут, да, которых вы еще на Авито, на вторую не видите. Ну, и большое количество машин таким образом подобрано, хороших. Это также я знал, что приедет, у меня как раз поступил заказ, ну, посмотрели другие варианты, но выбрали вот этот. Смотрел его самым первым человеком. Сразу проверил, полностью скинул отчет. Ну и мы его забронировали, пока готовились документы. Документы готовы. И вторник будем регистрировать, и я вручу торжественно этот автомобиль. Ну да ладно, ребят, вот такой вот тканевого типа салон. Он в идеале. То есть из хороших материалов. Руль как новый, без всяких запилов. То есть очень хорошо выглядит. Ну, понятно, есть лепесточки, круиз. Значит, есть даже еще слежение полосы, старт-стоп кнопка. Вот. Значит, мультимедиа. Здесь, кстати, 6-ступка Айсин. Значит, как на 18-19 годах может быть и 8-ступка Айсин. У них другой чуть-чуть селектор, да? То есть, так и 6 оказалось. Я просто сам не знал, что... На 19-м году могут быть 6-ступенчатые автоматы. Но получилось так, что есть. В этом плохого я ничего не вижу. По оборотам плюс-минус все одинаково. По езде, там, по трассе, по той же я сверял. Как бы ничего сверхъестественного здесь плохого нет. Просто как бы предпочтение отдали машине, которая в идеале не бита, не крашена. Есть история. И то есть, выглядит очень достойно. Ничего страшного в этом, что стоит чуть-чуть, ну, селектор другой, а не джойстик. В этом
люди также не увидели ничего критичного. Очень мне нравятся задние части у автомобилей 308-х. Вот в вагоне светятся классно фары, они диодные. Так, сейчас покажу огромный, если не ошибаюсь, 610 литров багажник. Прям очень огромный, как чуть ли не больше, чем у талисмана. Ну да, он прям очень внушительных размеров. Ребят, у нас здесь есть, значит, набор инструментов, и вот есть еще и докатка, запасное колесо. Оно там просто так не сильно видно. Такой, знаете, он без пескоструя, не царапанный, не ободранный. Прям состояние. Но вот если на российский лад перевести, человеку неподготовленному показать, он скажет, да, где-то 40, максимум 50 тысяч в этом автомобиле. Напомню, 140 тысяч оригинального пробега. Все подтверждается сервисной историей, есть сервисная книжка со всеми отметками. Ну и классные у нас ДХОшки. Есть туманки и галогеновый дальний ближний свет, значит, фар. Выглядит очень хорошо передняя часть, особенно в темных тонах. Вот, ребят, ну на этом буду заканчивать. Если что-то там не рассказал по комплектации, можете у меня спросить. Там, да, забыл сказать про передние и задние партроники, про, значит, камеру в лобовом стекле, там датчик дождя. Но это все, ну, подразумевается. И так можете найти информацию там в средней комплектации, какой набор опций в них есть. Кому понадобится подбор автомобиля, значит, проверка перед покупкой, не только автомобили из Европы, напоминаю, любой автомобиль, корейский, японский, немецкий, могу проверить, даже Жигули и Волги. Вот, на этом у меня все. Как найти меня, знаете, телефон все знаете, все есть под описанием, под роликом, под каждым в Ютубе. Ну и на телегу, на группу ВКонтакте не забываем подписываться. На этом теперь точно все. Был с вами Дмитрий, всем всего хорошего, всем пока.